Всем привет! Лето радует нас жаркими денечками, но не все готовы с легкостью переносить жару. Если вы из этой категории, но не можете позволить себе кондиционер, присмотритесь к вентиляторам. Они обеспечат вас прохладой по доступной цене. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шопинг-навигатор». Поехали! В зависимости от способа установки вентилятора делятся на несколько типов. Напольные – самые распространенные. Их можно поставить в любом месте и без проблем переносить. При покупке напольного вентилятора лопастного типа обращайте внимание на наличие поворотного механизма. Но для таких вентиляторов нужно отдельное место. К тому же всегда есть риск, что до лопасти могут добраться дети. Настольные – компактные. Их можно установить на рабочий стол, прикроватную тумбу или подоконник. У них небольшой вес и габариты, но из-за маленькой мощности они обрабатывают небольшую площадь. Колонные вентиляторы – довольно удобные модели, которые в зависимости от высоты могут быть как напольными, так и настольными. Они выполнены в виде колонны, которая вращается вокруг своей оси и распространяет охлажденный воздух. Такие модели лучше вписываются в интерьер за счет современного дизайна, но и стоят дороже. Потолочные – лучший вариант, когда нужно охладить большое помещение. У таких моделей высокая мощность, но при этом они не занимают места в комнате благодаря способу установки. К тому же они безопасны, до них не могут добраться дети. Потолочные модели часто оснащаются лампочкой. Они не только обдувают помещение, но и освещают его. Настенные – наименее популярные, поскольку их нельзя переносить и обрабатывается только определенный участок комнаты. На сайте Wildberries вентилятор напольный сейчас продается за 3205 рублей. Его прежняя цена – 10 340 рублей. Колонный вентилятор с регулировкой режимов охлаждения обеспечивает свежий поток воздуха, а также экономит место и работает практически бесшумно. Отличная альтернатива кондиционеру. Он компактен и удобен для хранения в любом помещении. Напольное расположение позволяет поместить его практически в любом уголке дома, а благодаря стильному дизайну он без проблем впишется в интерьер комнаты. Имеет три скорости работы и комфортную ручку для переноски, не сушит воздух и дарит легкую прохладу. Работает от сети. На сайте Озон колонный вентилятор предлагают за 22 267 рублей. Флагманский вентилятор Петер доступен в премиальной кожаной отделке. Он привлекает внимание благодаря своему внешнему виду. Качественное покрытие из эко-кожи делает его ярким акцентом любого интерьера. Стильный дизайн идеально вписывается в любые интерьеры. За счет колонной формы вентилятор занимает мало места и идеально подходит для ограниченных пространств. Диаметр у основания составляет всего 25 сантиметров, как десертная тарелка. Благодаря поворотному режиму охлаждает воздух очень деликатно и равномерно. Поворачиваясь на 70 градусов вправо-влево, он распределяет поток воздуха по всей комнате и поддерживает комфортную атмосферу во всех ее частях. Для настройки подходящей интенсивности обдува есть три скорости. На сайте Яндекс.Маркет напольный вентилятор продается со скидкой в 46% за 1465 рублей. Он обладает корпусом традиционной формы для напольной установки. При мощности 40 Вт и наличии трех скоростей вращения и лопастей прибор обеспечивает оптимальную по температуре атмосферу даже в сильную жару. Управлять работой вентилятора нужно вручную. Для этого на его корпусе есть кнопки. Для создания направленного потока воздуха можно регулировать высоту модели, поворот и наклон рабочего механизма. Устойчивое крестовидное основание – дополнено пластиковыми накладками, чтобы не царапать поверхность пола. К достоинствам вентилятора относится его практически бесшумная работа. На сайте CityLink напольный вентилятор можно приобрести за 2290 рублей. Диаметр лопастей 40 сантиметров, мощность 50 Вт. Три скорости, управление механическое, есть таймер, цвет белый. На сайте DNS напольный вентилятор Acceline можно приобрести за 1999 рублей. Цвет черный, стильная напольная модель мощностью 55 Вт. Она имеет три рабочих скорости и предназначена для создания оптимального микроклимата в помещении. Для этого прибор оснащен осевым рабочим механизмом и прочными лопастями диаметром 39 сантиметров. Корпус модели изготовлен из пластика и металла. Наклон, поворот и высоту вентилятора можно регулировать. Для простоты управления модель получила от производителя таймер на 450 минут, дисплей с подсветкой, электронную панель и пульт дистанционного управления. Скорость вращения лопасти модели регулируется ступенчато. Тяжелая круглая база прибора позволяет ему устойчиво стоять на полу. Это был Шопинг-навигатор, ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки.